Всем здравствуйте, с вами магазин и установочный центр Frontcam. На обзоре у нас Peugeot 301. Установили магнитолу штатную. В комплекте с магнитолой идет переходная рамка. Большая, такая целиковая, серебристого цвета. Изначально здесь была установлена такая однодиновая магнитола. Внизу карман. Мы же поменяли ее на магнитолу от фирмы TICE. Модель CC2+, экран 9 дюймов диагональ, 3 гигабайта оперативной памяти, TC2 встроенный. Дополнительно также поставили от фирмы TICE регистратор, установили его за зеркалом, подключается он через USB и можно просматривать видео с него. Также дополнительно была установлена видеокамера. Давайте по порядку. Рамка здесь у нас новинка идет. Встает без каких-либо доработок, в нее переставляются воздуховоды, все функционирует, не залипает. На рамке имеются регуляторы громкости и переключения треков. Например, заходим в радио, громкость регулируется, точно так же можно радиостанции переключать. Если мы переходим в музыку, у вас флешка играет, например, с музыкой, то этот регулятор также переключает треки, что удобно. В комплектации у нас здесь нет подрулевого джойстика, если бы он был, то мы его запустили. По проводке подключается разъем в разъем, с коншины автомобиля адаптируется. Помимо этого на рамке есть кнопка аварийки, моргает сама лампочка. Кнопка закрытия дверей. Когда дверь закрыта, горит красный значок индикации. Есть клавиша меню, переход в главное меню. И Bluetooth. По громкой связи разговаривать можно, либо музыку передавать. Дополнительно сюда поставили камеру заднего вида. Включается автоматически при переходе на заднюю скорость. Камеры у нас есть разные по качеству. Здесь установили 170 градусов угол обзора и регулируемый угол наклона. То есть камеру можно отрегулировать, но мы, собственно, уже это сделали. Также здесь есть настройки, где можно линии разметки отрегулировать. Чтобы посмотреть картинку с регистратора, заходим в меню и есть пункт DVR. Это наш регистратор. Он с функцией ADAS. А можно видео посмотреть, фото и также зайти в настройки. На русском языке здесь все. Интернет на магнитолу раздаем с помощью мобильного телефона. В некоторых моделях можно сим-карту установить для удобства использования. Работает быстро, карты подгружает. Также магнитола адаптирована к включению габаритов или ближнего света. При их включении у нас появляется индикация, приглушается яркость экрана и включается подсветка на клавишах закрытия дверей и на клавише аварийки. В ручном режиме верхней шторки можете отрегулировать яркость, полностью выключить экран монитора. Давайте покажу. Видео в движении работает. На примере YouTube. Также можно запускать фильмы либо музыку с флешки, которая у вас играет. При желании данную рамку можно перекрасить или сделать аквапринт ее. Обращайтесь на 301 большой выбор магнитол. Подскажем, подберем и установим. У магазина есть своя служба технической поддержки. Если в регионах находитесь, отправляем посылку при получении. Можно открыть, проверить и после этого оплатить. Спасибо за просмотр и удачи на дорогах.